Здравствуйте, меня зовут Марина Чаплыгина-Островская. Я из Москвы, мне 56 лет, и я бы хотела оставить отзыв о ретрите, который проходил недавно в Сочи. Так, с чего начать? Ну, во-первых, когда я сейчас уже нахожусь в Москве, я уехала с ретрита, была в необыкновенно приподнятом состоянии, вот, и когда я погрузилась в Москву опять, ну, как бы, работа, не могу сказать, что у меня там работа неинтересная, у меня интересная работа, вот, но разница такая значительная, что я даже тут приболела, 3 дня болела, никак не могла отзыв оставить, вот, только обещала, хотя я его оставляла в Сочах, но там какие-то проблемы со звуком. Вот, сейчас я вспоминаю свои впечатления, вот, и хочу их передать вам, как уже получится, потому что я сейчас в другой точке нахожусь, состояние и проживание, так скажем. Вот, атмосфера там, конечно, замечательная, люди подобрались прям как родные, братья и сестры, правда, все с одинаковыми запросами почти что, то есть... Ну, можно сказать, с одинаковыми. Каждый подсвечивает просто какую-то особую сторону. Вот. У каждого что-то более важное для себя, у кого-то что-то другое. Ну, в принципе, все в одном таком лупке. Клубке. Вот. Так. Значит, там очень... Мне запомнилось все. Как мы стояли на гвоздях, как это было ужасно больно и незабываемо, и потом освобождающе. Вот. И Ирина, которая нас проводила через эти гвозди, волшебно. Вот. И потом у нее потрясающая игра, называется «Мой мир», просто шикарная. Я записала все пункты, очень рекомендую всем пройти. Для тех, кто хочет познакомиться с собой поближе. Вот. И у нее же есть еще игра для детей, тоже такая же шикарная, но чуть-чуть как бы попроще, вот, чтобы детей, так сказать, не шокировать, да. Такой более лайтовый вариант. Так, волшебный шаман наш Дмитрий, вот, который делал нам прекрасную атмосферу музыкальную с волшебными звуками, прекрасное чувство ритма, вообще чувство атмосферы. Я сама как музыкант, так сказать, даю высокую оценку. Вот, просто улетаешь. Ну, мне, конечно, было даже интересно, какие он там звуки воспроизводил голосом необыкновенные. Вот, я так у него и не спросила, что это такое было. Ладно, спрошу еще. Вот, ну и Светлана, конечно. Я из-за Светланы сюда поехала. Вот, впечатлена ее, так сказать, опытом многолетним, ее преобразованием и ее, так сказать, продолжением познания себя. Вот, и, конечно, она дает вот эту руку помощи, чтобы тебя передернуть из твоей прошлой ступени в следующую ступень. Поэтому и я, конечно, надеялась на то, что она такая видящая, и она действительно видящая. Вот она там подсказывает и направляет тебя именно в твои собственные моменты, которые тебе нужно осмыслить, пройти. Вот. Что бы я хотела пожелать те, кто поедут на ретрит, максимально подготовьтесь, почиститесь перед этим, если там есть такая возможность. И задайте себе кучу вопросов, чтобы уже конкретно приехать с вопросами, а вот так, неразмазанными. Там хочу то, не знаю что. Ну, так. Еще там, ну вот я почти всех назвала, с кем я взаимодействовала. Там еще был волшебный человек, но я с ним не взаимодействовала, потому что он был очень занят,
Алексей, который делал иголки и, ну, в общем, помогал тоже как-то с физикой разобраться. Вот, ну, у него была очередь, в общем, я не дошла до него в следующий раз. Вот, дойду. Так что, вот так, сейчас у меня идут, сейчас я такая выхожу из моих, так скажем, окунаний в мою настоящую жизнь из сказочного лоу. Вот. И, так сказать, пытаюсь сейчас, так сказать, совместить то, что было получено в том поле, и продолжать двигаться, эволюционировать. Вот. Так что желаю вам, тех, кто примет решение все-таки приехать, прекрасно, так сказать, сделать максимально большие шаги в отношении себя к своей божественной сути. Все, обнимаю, целую. Пока-пока.